Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, усаживайся поудобнее, у нас выходит роллинг, не знаю, лайк поставь, если тебе как бы нравятся роллинги, мы уже от них отвыкли, уже очень давно не было роллингов, и это, по сути, ну, такое отдельное видео по роллингу, первое, наверное, за месяца полтора. Короче, ребзя, если хотите, чтобы я у вас поролил на аккаунте, роли от 50 тысяч, может, лучше даже от 60, ссылочку посмотрите в описании, там заявки на роллинг, и вот там вот свои заявочки берете и оставляете. Да, я знаю, там много ребят ждут по месяц, по два, но сейчас я в ближайшее время все разгребу, извиняюсь перед теми, кто не дождался, или тот, кто до сих пор долго ждет в порядке очереди, всем напишу, я вернулся. Ну а сейчас нахожусь на аккаунте игрока под ником NEP79, 1 204 000 силы, это мой сокельдиец, находится в хулиганах, принимаем игроков от 1 100 000 силы, 80 тысяч самоцветов, давай... Подожди, а что у нас? А, ништяков нихера нету. Окей, давай, знаешь, что глянем? Глянем. Трех героев не хватает. Но это фанатик. Ясно, такая же проблема, как и у меня. Дальше, кого еще? Ну, наверное, эпики какие-то, да? Эпики. Потрошителя не хватает. И секача. Или секач, не знаю. Потрошители, секач, ну и как бы сами... Короче, мы сегодня ролим, по сути, эпики. Вот, не хватает потрошителя и секача. И, конечно, я думаю, что игрок будет рад, если мы выбьем повторки. Вот, повторок много ни мало, как говорится, да, для эпических героев. Так что давай потихонечку начнем. Паладин, палачи. Так, секач, разрушитель. Попробуем запомни название этих героев. И что-то как-то, знаешь, роллинг как-то не очень удачно начинается. Триант, рыцарь, там какое-то, знаете, говно из 2015 года падает. Хранитель Дракос. Ну, что-то как-то... Ёб твою, подожди. Давай, я не знаю, Олега поставлю. Я даже его включать не буду, просто пускай он присутствует. Может быть, принесет удачу Дед Мороз. Ну, как бы еще мы не видим этого оранжевого свечения. Уже надеюсь, мы хоть его увидим. Но сами знаете, может, и за 80 тысяч, да? Опа! Демон-охотник! Ну, как бы, окей, лучше, чем ничего. Да, сделает там, прокачает ему реликвии. Но хочется больше, да, потому рандомчик, пожалуйста. Будь добр, пожалуйста, да не будь злым. Злым быть плохо, я не знаю. Землеройка, свален, но что-то уже такое, знаешь, более современное начало падать. Но как бы пока что там мы еще далеки от недостающих героев. Кому-то падают, что-то там не с бесплатных попыток, а кому-то, кто-то там и по 200 тысяч самоцветов тратит, и нифига не выпадает. Тесса, мы ждем нового какого-то эпического героя, Сноузила. Эх ты ж, где Дракос, да? Опа! Жрица воды. Ну, сколько мы потратили? 25 тысяч самоцветов, 2 эпика. Я не знаю, ну, наверное, еще нормальный результат. Ну вот, повторочки, это хорошо, может быть, там даже кто-то без эволюции, знаешь, сами понимаете. Как бы без повторок сейчас никуда, даже если повторки эпиков и, грубо говоря, ну, типа, там они эволюционированы, то все равно повторочки для реликвии, да и никто про это не забывает. Идем дальше, что у нас? Студенистый рыцарь, рыцарь тьмы, призрачный всадник, так, что ты там, студенистый? Давай, ёпта, пожалуйста, Атлантикор, шаман, сердцеедка, палач. Да где? Давай, эпика. То чувство, когда, да, падают там фиолетовые герои, а мы, понимаешь, мы им не рады, понимаешь? Да, может, чуть-чуть глянуть вообще, что за аккаунт. Силы у него больше, чем у меня. Где тут вообще алтарь? Это таблетка. Вот. Может, хоть собьется каким-то образом рандомчик. Ну, вот что у нас? Ой, живут же люди, да? Динамо, 30-го прорыва. Эх. У демона уже 39-я реликвия, елки-палки. Спарки. 29-я реликвия.
Ну, смотри, мадам Бо нужна еще одна, чтобы сделать вторую эволюцию. Жрица воды как раз нам выпала для второй эволюции. Безумный ученый. Да, их вообще штуки две надо. А, смотри, у него даже два демона-охотника зачем-то. Непонятно зачем. Ну а дальше как бы... Дальше как бы все. Слушай, 30-х прорывов много. Да, тут основа намного круче, чем у меня на аккаунте. Идем дальше. 37-й. Шаман, оборотень. Давай там, князь тыква. Опа! Да! Вот теперь... Вот только попробуй сейчас лайк не поставь. Вот только попробуй лайк не поставь, а, дружище? Ну, понятное дело, от одного секача ему толку нету, потому что ему еще надо как минимум два, чтобы сделать там первую и вторую эволюцию, но все равно, почему бы и не да? Как бы, елки-палки, новый недостающий герой, и это круто, останется теперь только повторочки получить. А мы не можем, да, достигнуть максимум доступных мест для героя. Ну, тогда сам будет... А, стой, подожди, у него там... У него и мадам Боа вроде была, а что он не... Мадам Боа, да, он себе может третью эволюцию сделать. Демон-охотник. Вот этих две жрицы воды тоже мог... Ну, короче, что-то странно. Видать, не добрался сделать. Ну, вот. Так, ладно, не останавливаемся. Летим дальше. Леди Лео. Циклоп, шаман, тритон. Кристаллический эктоплазм, ледяной дьявол, шаман, буль. Давай еще пару эпиков, вообще было бы замечательно. Вот разрушители бы еще. И парочку секачей, вообще. Парочку секасов бы нам. Было бы круто. Оп! Ну, как бы окей, я все равно рад, это повторка эпика, эпиков никогда не бывает мало, но, блин, я такой думаю, оп, сейчас разрушитель, да, упадет. Просто демон уже падает сегодня второй раз. Ну, на него, наверное, самый большой шанс выпадения Атлантикор. Ну, давай, еще один, друзья. Эпик, как минимум. И, в принципе, можно будет сказать, что ролл удался. Смотрите, Фрея, мисс Магия падает, мы даже не обращаем внимания. Потому что по факту здесь нужны, грубо говоря, только эпики. Которые что-то как-то не хотят падать. Давай, тут хорошо брушим, поколдуем. Не знаю, Олег приносит удачу, не приносит? Пишите в комментариях, что думаете. Давай. Оп, палач, панда-разрушитель. И где, и чё, и как? Череп, давай! Эй! Эпика нам давай, эпика! Эпика! Мисс Магия еще одна падает, да? Ну, что-то как-то с эпиком нам пока что не везет. Давай, дружище! По 150! Ну, как бы вот еще одного, пожалуйста, рандомчик. Вау! Да, хотя, ну, как бы разрушителя не выбили, но в целом эпиков-то нормально сегодня выпало. Рандом прям вообще красавчик, я стесняюсь тебя просить, но, пожалуйста, давай еще одного, разрушителя. И как бы все, у меня к тебе вообще вопросов никаких не будет, да? Вот мне, чтоб так эпики падали. Вот, и как бы я был бы рад, понимаешь, я бы такой, типа, прикольно, классно. Кстати, мне сказали в ноль сливать самоцвет, и я в ноль их слил. Ну, как бы, что-то, слушай, князь молодец. Ну, типа, то что? Не, я понимаю, конечно, что сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но, ребята, грубо говоря, реально же князь молодец. Прям вообще красавчик. Красавчик князь. Даже мне вот интересно, а как у него допы прокачаны? Как у него прокачаны допы? 15-5. А, у него, слушай, у него такая сила... чисто за счет основы, потому что у меня допы там по фулу прокачаны, то есть человек себе силу может апнуть, мое почтение. У него такая, ну, сила лям 200, по сути, за счет основы. А я, видишь, я прокачивал допов. У меня в этом плане все очень грустно. Да, и в сравнении у нас получается, у меня намного меньше, да, к примеру, героев, которые прокачаны там на 30 уровень прорыва.
тут с тридцаткой, ёб твою, мое почтение, раз, два, можно сказать, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, как минимум 26 героев, и доната только 320 000 самов. Камон! Ладно, друзья, кто досмотрел до конца, огромнейшее вам спасибо. Пишите в комментариях, нужны ли на канале роллинги. Всем удачи и пока.